колокольчик и подарки, Дед Мороз! Звоночки, колокол. Дед Мороз! Мой подарок, мой! Мой подарок! Айфон! Yes! Айфон! Вот это промокс! Вот ты везучий, блин! Вот невезучий я! Новенький айфон! Айфон! Да, я мечтала об айфоне. Первым делом, что нужно сделать? Конечно же, накачать сюда 1000 игр. Между прочим, 256 гигов. Теперь-то я заживу. Так, готово, накрыто. Саня, давай есть! Где он пропал? 10 раз звать его. Нет, у меня самая важная игра, пока не могу. Я не голодный. Долго звать, есть. Я не хочу есть, у меня сейчас важная игра. Задрот телефонный, а. Дед Мороз, ты же мне придумал, что тебе подарить. Это лучший подарок, лучший. Занято! Ё-моё! Да кому всё не втерпёшь? Занято мной! Да сколько можно уже, честно, сидеть, а? В баню пошёл! Поиграть даже не дадут! Уроки сделал? Ага. Уроки сделал, я спрашиваю? Да, сделал. Так бы сразу и ответил. Саня, спать пора. Все, давай. Угу. Саня, убери всякие звуки, спать пора. Ладно. Поиграть даже нормально не дадут. Я не понял, что-то у меня нет доступа к его оценкам, а? А кто это пароль в электронном дневнике поменял? Я не понял. Не знаю, там, наверное, какие-то проблемы. Дай-ка классный номер. О, подожди, позвоню. Мне набирать нужно. Ладно, доигрываешь. А вообще, я у других узнаю сейчас твои оценки. Да-да, не отвлекай меня. Ничего себе. Понятно. Одни двойки? Папа! Вот это вот теперь твое. А вот это в магазин комиссионный. За что? Я ничего не сделал! Вот именно, не сделал и не выучил ничего. Новенький айфон. Айфон. Теперь я стану блогером, у меня есть телефон. И камера подходящая в нем. Неужели я добью золотой кнопки? Так, штативчик я себе купил. Можно и снимать видео. Всем привет, ребята! Вы на канале Bro Show Games. И сегодня у меня для вас будет новый влог.
Что, ребята, сегодня я буду Человеком-пауком. Ой-ой-ой, чуть-чуть не получилось. Дубль 2. Так, отлично, этот видос я отснял. Пойду кое-что другое засниму. Так, чтобы заснять. О, идея! Ребята, давайте я вам покажу, что у меня в холодильнике! Так, нужно так настроиться. Смотрите, ребята, сколько у меня в холодильнике, много всего. И вот тут. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Не могу я такой влог снимать, что-то ей захотелось. Сейчас перекушу быстренько. Так. И, кстати, ребята, у нас в доме есть кладовка. Ну, все, ребята, теперь у меня обеденный перерыв. Ну что, ребятки, не ожидали, теперь у меня есть золотая кнопка Ютуба. Так, надо еще сделать пару фоток на Инстаграм. Ну что, будем считать бабосики. 1, 2, 3, 4. Ой, как много бабосика. Новенький айфон. Айфон. Вот теперь-то у меня есть телефон, теперь я заживу. Блин, сколько он стоит? Может его продать? И тогда точно заживу. Ничего себе, я слышал, тебе повезло, слышь? Дай посмотреть, папа, это мое! Ну что ты такой жадный, дай посмотреть, поюзать надень, а? Будет у меня бизнес. Папа, тебе мой телефон нужен? Ну да, крутой, не то что мой Android. Друзьям покажу, похвастаюсь. Дай, сегодня я поношу, а? Дай, малой, а? Мне нужно $100, чтобы получить iPhone на целый день. А, ладно, ты мой старый, поэтому тебе со скидкой 50%. Ты че, малой, припух? Батя, бизнес, это бизнес. Кстати, ребята, может вам кому-то на сутки нужен телефон, пишите в комментариях. Ты шустрый. На халяву получил. Не надо мне твое яблоко надкусанное. Другим сдавай. Хорошо. И без тебя очередь клиентов будет. А пока тиктокчик посмотрю.